Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Нокс за воина. Нам осталось после спасения инженера выйти на поверхность и благодарю звезды, что вы живы. С охранником. У вас прекрасно получается. Все были очень рады возвращению главного инженера. Все? Нет. Спасибо, молодой воин. Вы помогли мне дважды за этот день. Собственно, и все, и следующая глава. Что-то странное творится вокруг. Монстры стащили скипетр мэра, и нужно быстрее заполучить его обратно. Несколько огненных рыцарей уже попытались это сделать, но у них ничего не получилось. Теперь твоя очередь. Отправляйтесь на кладбище, спускайтесь под землю и принесите скипетр мэра. О, как все сложно. Ну, что нам напутствие скажет? Что-то очень плохое происходит в нашем земле. Мне надо, чтобы ты сходил в Кайкс. Там ты должен разыскать мэра Теогрина. Он попросил нашей помощи для того, чтобы уладить дела с недавно нахлынувшей волной неистовства местных существ. Возьми эти запасы и золото. В магазине купи то, что еще тебе нужно. Затем торопись. Дорога через эти мосты приведет тебя к Айкс. Айкс. Или Икс. Ну, как я его называю. Добро пожаловать. Привет. Ты здесь новичок? А твоему золоту понравилось у меня. Да скорее я тебе продам всякого добра. Бобра. Вон сколько ботинков. Это же можно там целую фабрику произвести. Там где-то испытания. Трупов много. Ботинок тоже. Так, стоп, я тут был. Да, я тут был. Вот что я пропустил. Бочку. Первую бочку. Самую первую бочку, которую надо было разбить. Со свитком летучей мыши. Но нам как бы до лампочки, но все же. Так, тут ничего секретного нет, а вот и... Будьте осторожны на пути в Икс. Там множество разбойников. Разбойников? Где же эти разбойники? Вижу только троллей. Тролля. О, и паучков. Травили все-таки. Что это мышей столько? Мышите на мышите. Секретный секрет не тут, тут. Нет. По карте вроде бы да, но нет. Вот это промахнулся, так промахнулся. Ага. Бывает. Кем не бывает. Какой сильный. Что ж тут в бочках? Вот чего не хватало. Грибы. Грибы делают что? Они... Мушрум. Они делают что? Они, по идее, исцеляют Cure Poison. Отлично. То есть можно собирать грибы вместо зелий. Что это как будто... Секрет, а на самом деле не секрет. Но может быть где-то тут их полно. О, явочка. Мышки. Мышки загрызут. Надо какое-то АОЕ дамажащее свойство воины выучить и получить. В общем, они тут получаются, они учатся. Сами по себе, так что выбора большого особенно нет. Нет, не секрет.
Увы. А вот тут секрет. Наруч. Никогда не повредит, почему бы нет. Ну, пока что мы на пути в Айкс. Мы даже, по сути, я так понимаю, не покинули еще локацию воинов. Какой он злой. Что ж они тут так испортили-то воздух? Все. Где-то еще их целая пачка тут должна быть. И да. Какие неопасные, оказывается. О! Варкрай, что это? Боевой крик? Военный крик. Ой-ой-ой! Только не попасть на их этот трупный, чумной, не знаю какой, вонючий. Вонючий что? Все вроде бы, да. По пещерам троллей все. И это мы вышли, только ничего к блокпосту. Остерегайся бандитов во время путешествий. А тролли типа не считались. Вот это что это было? Что тут пишут? Вы покидаете владение воинов. Плохо. Это же наш дом родной. Хотя нет, наш родной дом это где-то на земле. Мы слышали, что существа нападают на людей поблизости от деревни Айкс. Жесть-то какая. Что ж теперь делать-то? Ты должен гордиться тем, что служишь Хариндоусу и огненным рыцарям Данмира. Прям переполняет гордость. Ну, идем дальше. Говорите, разбойники какие-то. Это ограбление! Твои деньги и твою жизнь! Интересно, он уже помер, а еще секунды две говорил. Рефлекс. Ой, там щит был. Вот щита у нас еще не было. Вау, мы теперь крутые, у нас щит. Рубашка красная вообще. О, красавчик. Что тут в лесу еще бывает? Волки. Волки. Ну и хорошо. А, наверное, же волшебникам их можно приручать. Вот прикольно. В принципе, прикольно, ну, как бы, да. Воинам мы приручать никого такого не можем, зато можем убивать. Так, это что? Это какая-то деревенька? Что это такое? А, незнакомец. Давай знакомиться. Купи что-нибудь. Не. Продать, да. Купить. Ого. Какой щедрый. Аж за целую одну голдинку. До свидания, ты жадный. Что тут пишется в замок Галава? Галава. Давайте сходим. А, стоп. Пауки. Ну, какие-то самые простые противники. Что за такая Галава? Это контрольная точка для путешественников, которые идут к замку Галавия. Воинам не позволено заходить дальше этих ворот. Ну, в общем, это маги. У нас с ними вражда, и хорошо, что они нас тут не побили. А ведь могли. Так, в эту сторону. Что тут у нас? Вот. Волки. Как
хорошо, что он нам тут накидал мяска. Заранее заготовил. Спасибо, бро. Извини, немножко мертвый. Что такое? Извини, шахты маны закрыты. Шахты маны. Ну, до свидания тогда. Закрытые, ладно. Так, вниз ходили, влево сходили, остаются вверх. А именно в деревню of Aix. В деревню Aix. X. Да, туда-то мы пойдем. Да, угу. Развели тут пауча. Ух ты, сколько. О, она замедляет, оказывается. Вот этого я так быстро его убивал, что он даже не замечал этого. Окей. Чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики. Опа. Какой-то разбойник. Собственно, вот там у нас проход к Aix. Ну, мы, наверное, попробуем сначала разобраться с разбойниками, но все-таки. Мы ж тут как бы местная полиция, милиция. В общем, добро и справедливость несем только мы. Маги и волшебники — это нет. Зазнайки и неучки... Хорошо. Уки. Учи. Так, похоже... О! Это лагерь разбойников. Ну что ж. Давайте пытаться как-то тут разбираться. Ого-го. А вот тут мясо накидано. И уже ненужное. Нормально. Зря только потратил. Нормально. Забежал, ударился в стенку. Лучник такой в шоке. Что это было? Так, что еще? Еще ж наверняка есть какие-нибудь бандиты. Это не все, что тут есть. Меч. Ну, это хорошо. Грабь награбленная. Но поскольку мы олицетворяем добро и справедливость, нам можно... Так, тут какой-то у них бункер. Там один человечек с мечом. Возможно, еще один лучник. А пусть выйдут сами. Выйдут? Молодец, лучник сам вышел. Ну, а мечник получил в бубен. Хорошо-то мы набрали всякого вкусного у них. Но продадим на деньжище-то на сколько. Так, что-то не так. Чего-то не хватает. Ага. За бочкой у них секретный проход. Поскольку мы идем в какой-то непонятный секретный проход, давайте как-то здоровье пополним. Лучник. И все. Ну, я не против. А вот и меч какой-то вроде получше, чем наш. У них тут сокровищница. И денежка. Спуститься за денежкой. Ну как без денежки, вы что? Так, глядим, что тут за меч. Такой вот у нас. Это дамаг 9.24, а тут 10.22. Это что? Железный у нас. Медный. Понятно, что железный получше. Уберем. Сколько щитов надо все продавать. А печально, что лук и стрелы не подходят к нам. Как классу воин. Ну ладно. Будем тоже продавать. Хо-хоу. Так, идем дальше. Пещера с мышками. Ну,
кроме мышек, тут еще сундучок с золотишком. Хоть и немного, но приятно. Так, а что тут? Убили кого-то, и тут наверняка опять разбойники. Таки да. Ух ты. Ну, как-то так. Кажется, кстати, у нашего героя есть предел, до которого можно нагрузить, и больше он не сможет нести. Кто это такой, бедняга? Мне кажется, если играть за кого-то другого, то тут будет какое-то задание. И вот этот сейчас мертвый товарищ будет еще живой. Ну, увы. Тут-то мы не успели. Ладно, пошли дальше. Нас ждет Айкс, который X, который ждет нас. Блин, он сожрал все мясо. При этом вылечился. Ну, нет, так я не играю, так мне интересно. Почему это враги могут хилиться? Это нечестно. Не-не-не-не-не. Честно, когда мы их всех убиваем с одного удара. Вот это честно. А еще лучше кнопка, чтобы убить была. Нажал, и все враги померли. Вот это здорово. Ну, тут такого нет. Ну, мы ж не читеры, мы играем честно. Так, собственно, вот мы и пришли к этому Айксу. Правда? Мы проходим владение этих волшебников. Добрый день, воин. Добро пожаловать в деревню Айкс. Мэр ждет тебя. Как здорово. Ворота открыты. Так что ты можешь заходить в деревню. Не задерживайся. Мэр нуждается в твоей помощи. Говори меньше, тогда я не буду задерживаться. А вот и мэр. Добро пожаловать в Айкс, доблестный воин Данмира. Мы ждем тебя. Урчинцы, которые живут поблизости, сошли с ума. Они прорыли нору в город и украли мой скипетр. Воин преследовал этих маленьких паразитов до кладбища, но не вернулся. Иди на кладбище, расположенное на востоке, и принеси мой скипетр от урчинцев. Когда ты вернешься, пожалуйста, поговори со мной. Я буду в своем доме. Такой вот. Естественно, мы беремся за задание, у нас выбора особо нет. Но тут у них тюрьма есть. Добро пожаловать в Икс. Ведите себя достойно, и вы никогда не окажетесь в этих камерах. Да без проблем. Так, походим, дома пограбим. Привет. Извини меня, привет. Это мой дом. Чем могу помочь? Ничем. Это ж с каждым можно поговорить, прикольно. Да, так мы немножко помародерствуем, а уже, собственно, урчинов пойдем бить в следующем эпизоде, скорее всего. Потому что довольно долго это все. Плюс надо продать кучу награбленного у грабителей. Нет, так, награбленное это не то, это благородный лут. Нечасто воин приходит в нашу деревню. Да, я сам в шоке. Спасибо. Спасибо за сотрудничество. Так, это что? О. Добро пожаловать! Ты здесь новичок? А твоему золоту понравилось у меня. Тут какие-то хорошие, в принципе, вещи есть. Но мы будем продавать всякое. Так, во-первых, кожаная... Ну, давайте начнем с кучи щитов. Медный меч, который вообще не нужен. Посох, который тоже нам как бы до лампочки... Опс. Ну, ладно, продадим этот, один оставим. И... Ну, как-то так. А, вот, стрелы еще тоже вообще не нужны. Все, спасибо. Кто-то там, продавец. Щит.
Битва взять и все. Все, да. Сюда нас не пускают. Там мы вроде все дома осмотрели. Здравствуй, воин! Сегодня нет состязаний по стрельбе из лука. Да, кажется, тут квест по стрельбе из лука для волшебников. Ну, те, которые приручают зверей. Местная таверна. Нехорошо так. Да, в общем. Если не сильно запрещено, то можно. Правда, у них есть тюрьма. Пока никто не жаловался на нас. Мы все-таки тут герой. Мы несем добро и справедливость. Монстры стащили скипетр мэра. Он никогда не получит его обратно. Ну, тут бы я еще поспорил. Так, ты тот, кого направили сюда из Данмира. Да, и я тут Хорендоус то, что не нашел, так что забери. Быть, очень верит в твои навыки, принимая во внимание то, что последний воин, который пошел по следам этих сумасшедших урчинцев, до сих пор не вернулся. То есть там где-то в логове урчинов есть еще и воин. О, еще штаны. Слушайте, ну тут просто клондайк штанов. Урчинцы не единственная проблема. Рассказывают о бешеных животных, нападающих на крестьян. Прям какие-то страшилки. Че нас пугает? Перед вами цельный воин. Цельнометаллический, ну... А это какая-то лавка магов. Таинственное братство снабжает волшебством и заклинаниями волшебников. А? Ладно, маги нам не друзья. Фу, маги. Да. А ты кто? Привет, путешественник. Не нужен ли тебе ручной зверь, чтобы сопровождать тебя в твоем поиске? Эти волки сильны. И вполне стоит умеренную цену. В 200 золотых. Тебе нужен волк? Ну, давайте. Вот. Уверен, твой новый компаньон тебе хорошо послужит. Возвращайся, если тебе понадобится еще один. Конечно. Прикольно, у нас теперь есть пет. Волк. А? Прекрасно. Сейчас глянем, что тут еще есть. Так вот, чтобы уж потом не возвращаться. Секретное какое-то местечко. Зайти мы не можем. Ручак какой-то. Но туда мы вроде не пройдем. Что ты скажешь? Я охраняю мост, чтобы никто из этих мерзких маленьких урчинцев не пробрался в город. Классно. А еще что? Я охраняю. Ну, все понятно. Охраняй, охраняй. Так, ага. Тут есть вот такой камень, который не просто так. А он закрывает дырку в земле. Ой, и как-то мы уже в нее упали. Подземный проход, который ведет к дому, в который мы сейчас зайдем. И да, конечно, облагородим... его лут собой. Вот как ты так сказал. То есть добудем благородную добычу. Какой-то волк только рычать умеет. Да он убежал. Ух, кто-то есть. А, крысу. Ну да. Волк какой-то глупый, он гоняется за крысами, я не знаю, полезно ли это, дают ли за них опыт, тоже непонятно. Иди сюда, волк. Все-таки 200 золотых стоит. Волк? О, так бы сразу. Выйти из дома мы не можем, пока не найдем ключ, а мы его найдем, потому что тут, в общем-то, искать-то и негде, две комнаты с сундучками. Вот и ключ. Рубиновый ключ. Кажется, когда играешь за волшебника, тут тоже квест и есть хозяин дома. Сейчас-то нету, понятно. Даже не знаю, секрет был где-то, нет. Что тут?
Temple of X. Нас не пускают в храм X, а вот сюда мы пойдем точно. Это что? На кладбище. Ну, как раз нам на кладбище курчинами надо. Сейчас гляну еще, нет ли тут что-то в эту сторону от реки. Нету. Все, значит, пойдем к урчинам на кладбище. Да. Пожалуй, мы это сделаем в следующем эпизоде. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!